горах Кавказа берет свое начало быстрая и своевольная Кубань. Дальше, к плодородным землям, ее воды направляют рукотворные бетонные берега. На год раньше намеченного срока сдана третья очередь крупного гидросооружения – Большого Ставропольского канала. На митинге, посвященном этому событию, приветствие Леонида Ильича Брежнева участникам строительства канала огласил первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС Мураховский. По новому 42-километровому руслу живительная влага придет на площадь более 15 тысяч гектаров. Досрочный пуск третьей очереди канала – еще один шаг к превращению Ставрополья в район высокоинтенсивного орошаемого земледелия.